Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами лайфхаком, по которому ваши тарталетки никогда не размокнут и не раскиснут. Они будут оставаться хрустящими и вообще не важно, какая у вас там будет начинка. Для начала я приготовлю салатик. У меня здесь будет салат из слабосоленой сельди. Сельдь я филировала и затем режу ее на полосочки и затем на квадратики такие меленькие. Также я сюда буду использовать в этот данный салатик кусочек твердого сыра. Пропорции, количество, все не принципиально, по вашему вкусу. И яйцо на крупную терку. Перемешиваю все это с майонезом, конечно же добавляю немножечко зелени сюда. И если хотите, в такой салат можно добавить еще и мелко нарезанный огурец, по желанию. Теперь самый главный этот именно лайфхак. Нам нужно размягченное сливочное масло, не растопленное, а размягченное. Я его обычно ставлю там на часик где-то недалеко от батареи, чтобы оно нагрелось. Или просто при комнатной температуре. И смазываю тончайшим слоем просто изнутри всю тарталеточку. Именно размягченное сливочное масло хорошо перекрывает доступ к самой тарталетке, и влага никакая у вас не проходит. Затем эти тарталетки отправляю минуток на 10 в холодильник, для того, чтобы масло схватилось и, собственно, не впитывалось тоже в тарталетку. Теперь уже можно наполнить любым вашим салатом или начинкой, которую вы считаете нужной, и кушать, собственно. Это очень просто и очень нужно. Я считаю, что праздники впереди, и вы обязательно должны попробовать так сделать. А с вами, как всегда, был Кек. Ставьте пальчики свои вверх. Будет много новых вкусных рецептов. Пока-пока!